Всем привет, ребят! Ну что, сегодня меняем составчик на Бравлера. Как просили, многие ставим Сою Утекание и смотрим на героев. Постараюсь поставить больше героев нужных. Так, давайте так, Со. Выбираем эту всю фигню, ставим Утекаху. Так, не понял. А вот мы есть Утекание. Так, первый готов. Дальше. Бигфут. В принципе, можно и Огненку поставить. Плюс 40%. То же самое ставим Утекание. Такой биг у нас тоже не сливался практически. Так, второй есть. Так, ПБшка. Тоже делаем ему огненку. В принципе, потом потестируем, захотите, покажу вам их действия. Пишите в комментах. Так. Есть. Доставим вот так. Причем у нас два героя получается, три. Дальше Арктика. Четыре. Альбоксы уберем, поставим Рудика сюда. Так, 4, рогатка. Следующая у нас должна быть. Так, рогатка. Я беру и пакт. Давайте качнем сюда. Можно было и Утекание сделать. Так, отлично, есть. Сюда поставим Феника. Так, отлично. 4 героя. Дальше Фрейка у нас будет. В принципе, тут без разницы. Так, рунами тут ставим. А нет. Сюда мы поставим этого техника. 5 и кого мы еще пропустили вроде всех. А, Вольта. Вольта давайте еще поставим. Тоже сюда качаем СО. Рунами Утекание. Ничего себе, что у меня начались Утекания. Напоминаю, ребят, есть бездонатный аккаунт, донатный аккаунт,
В общем, все, что вы хотите, заходите в плейлисты, смотрите там все, все описания, что, где, как, когда. Потому что многие задают одни и те же вопросы. И ощущение, что вы вообще не смотрите канал, так забежали спросить. Так, окей, все, есть. Собрали. Let's go. Так, это вы убрали. Поставили вот так, так, ну вроде. Так, уберем, давайте ТБшку, мы же поставили рогатку сюда. Так, сейчас я гляну, что там у рогатки. Рогатка, рогатка, вот он. Все, отлично. Тогда вопрос по питомцам. Гаргул раз, два, три, четыре, пять. Бигфута вместо джерри поставим. Карася. Все, вот такой вот состав окончательно у нас, поехали. Ну, конечно, можно было бы еще кучу всего там подобавлять, но ладно. Пробуем, смотрим. В принципе, как видите, можно и без доспеха бегать, но для этого надо, как видите, иметь топовые прокачки. Трехминутный общий стан. Так, надо будет сейчас на героев еще наролить чары, посмотреть, чтобы попробовать вернуться в топ, потому что я день прохалявил. Хотя, в принципе, мне как бы эти награды по сути ничего не принесут на этом аккаунте, ну чисто так, ради трешечка. Так, не знаю, успеем мы, не успеем. Скорее всего, не успею. А может и успею, если все good будет. Вот дополнительную попытку. Не, не успею. Артику слили. Это печально, сейчас он всех сорвет, скорее всего. Ну, в общем, такой вот состав, в принципе. Но опять же, где бездону найти столько священных огней, где найти бездону столько всего? Ну, это нереально. Я не знаю, для чего их выводили, этих испытателей, ну, смотрителей. Но бездону тут опять же ничего не светит. Я бы сделал бы наоборот, например, общий какой-то урон, достиг его, получил плюшки. Как у нас, например, на архидемоне на сдачу. То есть вот такого плана надо делать. Поэтому я думаю так. Пишите в комментах, что вы по этому поводу думаете. Ну, видите, это испытание совсем не для бездоната. И это печально. Да, я бы с Артика его тоже не добил бы за один раз. Давайте ради интереса. Так, это мы сделали раз. А дальше рогатка есть. Два.
Фрея 3. Бигфут. Интересно, когда они новые чары введут уже? Бигфут 4. Вольт 5. Так, вольтик 5. Арктика. Ну, в принципе, вроде все, всех есть. Поехали. Еще один такой же заходит, протестим. Ну, как видите, у него тут фигня осталась. То есть я 6 набью на сегодня. Опять Арктика слилась, блин. Это ужасно. С этой Арктикой не знаю, что с ней делать. Вечно она сливается. Может, в принципе, вместо Арктики лучше, наверное, надо было и ПБшку поставить. Рогатка. Даже не добьем. Ничего себе. Кстати, Гаргула ушатал. Ну вот вам рандомчик. Опять же, донат, без доната играет роль рандом. С одной стороны, это и правильно. Но неправильно то, что у нас градация идет такая. То типа кто попал в топ 100, тот получает там плюшки топовые. Вот это печально. Возможно, они это поменяют со временем. Хотелось бы в это поверить, потому что ну без доната тут ловить нечего. Да и донаты, а донаты тут играют, потому что чисто так, ради интереса. А без доната возможности получить топовые камни не имеют. Ну что, успеют добить или нет? Я не вижу, сколько там осталось. Скорее всего, может быть, еще панчбокс помогает. Есть. Ну, хоть добили, это радует. Так, окей. Что, пробуем тест? Давайте уберем панчбокса нафиг. Окей, поехали. Тот же самый состав, ничего не меняем. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, немножко я, видите, задержал. Ну, может, понесет. Сейчас посмотрим. Сейчас посмотрим, сколько таким составом можно набить. В миллионном соотношении, то есть сколько будет один заходик. Если, конечно, никто не сольется.
Ну, как видите, очень печально он бьется. То есть тут, по сути, это какой шестой, а их 9. Нереально убить 9, я считаю. Вот опять вольт слился. Максимум, что за 3 минуты, я думаю, тут можно будет набить. Ну, не знаю, там сколько, 200 или 222 миллиона. Вообще Unreal. Ну, посмотрим, сколько я набью. Ему стало интересно. Ну, в любом случае, рогатка здесь будет полных... не рогатка, а фрея полных 3 минуты, потому что на ней утекание. Ну, учитывая потом... о том, что они бьют по 60к, в принципе, должны неплохо набить. Сейчас посмотрим. Ну, опять же, 3 минуты я не выстоял. Возможно, надо подбирать там по кулдауну, но честно скажу, над этим заморачиваться даже смысла нет. Возможно, даже на этих героев весь смысл не СО поставить, а поставить все-таки ожил вернуть и утекание поставить. Тогда будет 3 минуты она стоять. Ну, с утра проверим. Поменяю обратно. Ну давай, давай. Итого мы имеем 112 миллионов всего набили. Вот так вот. Ну, в принципе, 112. Оп. 10 вернулся. Ой, ну его нафиг. Так. Все, пишите комменты, что вы думаете. Лайки, репостики, как и всегда. Всем удачи, всем пока.